Смотрите сегодня на нашем канале. В 9.05 «Чарующая природа. Наиболее эффектные ландшафты мира». В 9.30 повтор субботнего выпуска своей игры. В 10 часов утренняя программа новостей. В 10.15 «Полицейские будни. Реальные случаи из жизни американских стражей порядка». В 10.30 неофициальная беседа с официальным лицом. Герой дня без галстука. В 11 часов на помощь словам приходят жесты. Телеигра «Пойми меня». В 11.30 куклы играют в большую политику. В 11.40 жизнь планеты в экологической программе «Среда». В 12, 14 и 16 часов сегодня днем самые подробные дневные новости. В 12.20 новые гости Льва Новоженова и продолжение фильма «ТАСС уполномочен заявить» в программе «Старый телевизор». В 14.20 «Любовь побеждает смерть». Жюльет Бинош в трилогии Кшиштофа Кислевского «Три цвета синий». Фильм первый. В 16.20 новости для малышей с улицы Сезам. В 16.50 продолжение романтического сериала «Любовь и тайны Сансет Бич». В 17.40 контрразведка и ее герои в документальном сериале «Шпионы». В 18.10 впрок. Профессиональные советы покупателям. В 18.20 криминал. В 18.35 футбольный клуб. В 19.22 часа информационная программа «Сегодня вечером». В 19.40 лицом к лицу с героем дня. В 8 часов вечера преступление и наказание. Врач-убийца и ее подруги. Гейл О'Грэди, Брук Шилдс и Ванесса Уильямс в фильме «Ничто не длится вечно». В 22.35 футбол. Лига чемпионов. Ювентус, Динамо, Киев. В 0.30 в прямом эфире «Народные новости». Сегодняшка. В 0.50 итоговый выпуск новостей. Сегодня в полночь. В 1:15 дневник Лиги чемпионов.